Можно сказать, что наша следующая полуфиналистка Лейла Тагиева тоже умеет показывать фокусы. На прослушиваниях в Туркестане никто так и не смог понять, как ей удается так петь. А я напоминаю, что в нашем проекте полуфиналисты не остаются без призов. Снимайте видео, набирайте популярность и выигрывайте ценные призы в конкурсе iTube Star. Закрытым ртом петь и прям брать такие ноты. И она меня очень удивила. Она просто задрала так там планку, да, то есть моего воображения, моего восприятия. Мне бы, конечно, будет грустно, если она не сможет удивить и показать что-нибудь такое. Настоящая звезда чревовещания из Азербайджана, которая делает это искусство особенно. Она в него добавляет и вокал, что очень непросто. Она добавляет в него максимум своей влюбленности в это дело. И все зрители в зале в Туркестане это прекрасно видели. Я с нетерпением жду ее выступления, с нетерпением жду не только Лейлу, но и Долли. На полуфинал я подготовила номер, который отличается от моего выступления на кастинге. В этот раз мы с Долей исполним очень сложную композицию. При выборе песни и даже образа я всегда советуюсь с родителями. Моя мама помогает мне на всех этапах подготовки. Конечно, родные всегда поддерживают, но когда профессиональный вокалист говорит, что ты самая лучшая, ты самая креативная, это дает огромную силу. Так мне говорит мой педагог из Турции Эмрей Джелен, и его поддержка придает мне уверенность. Я слежу за шоу «Got Talent» с детства, и принять участие в этом проекте всегда было моей мечтой. Если я пройду финал, это многое изменит в моей жизни. В первую очередь я поверю в себя еще больше, а уверенность – это уже 70% победы. Но самое главное, я буду знать, что я достойно представила свою страну. Во время выступления и до выхода на сцену я всегда чувствую себя очень спокойно, как будто я принадлежу этой сцене, как будто это то, чем я занимаюсь каждый день. Конечно, бывает и усталость. Не знаю, как это выглядит со стороны, но подготовка к такому конкурсу – большой и нелегкий труд. Но когда понимаешь, что ты представляешь свою страну и должен сделать это достойно, появляется чувство ответственности, и ты получаешь удовольствие от процесса. Лейла, у тебя всегда получалось выделяться среди людей благодаря твоим способностям и таланту. Ты умеешь блистать. Я верю, что и в этот раз ты сможешь достойно показать себя, блеснув в очередной раз и вернуться с победой. Мы всегда гордимся тобой и твоими успехами. Удачи! Спасибо, очень неожиданно. Спасибо большое. Научиться высказываться так, чтобы никто не заметил твоего авторства, уже давно не наука. Но суметь подарить сильный вокал своему виртуальному альтер-эго – исключительный талант. Faces, what I believe in for. Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are living for? Another hero, another world is crying behind the curtain. Show.
этого сезона. Лейла Тагиева и Долли. Все получилось, как задумала. Да, все прошло хорошо. Я рада, что смогла передать энергию зрителям. Конечно, вместе с Долли. Если бы ее не было... Здравствуйте! Спасибо большое. Спасибо. Ай-яй-яй. Такая сладкая Долли. Засмущалась Долли. Дольше всех, между прочим, ваше выступление ждал Серик. Да, я... В прошлый раз ты отметил стиль подачи Лейлы и Долли. Что скажешь на этот раз? Лейла, Долли, я вас благодарю за смелость, потому что сама по себе песня просто невероятно сложная. Но то, что вы ее исполнили дуэтом, это действительно самый настоящий, без всяких оговорок, талант, как Лейлы как певицы, Лейлы как актрисы, Долли как певицы и актрисы. Так что, девчонки, вы сегодня, я считаю, сделали просто что-то невероятное. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, что я подумал? Долли ведь поет лучше, чем Лейла. Да-да, я всегда это говорила. Вот, ей понравилось. Я знаю. Я знаю. В прошлый раз вы поразили меня классическим пением, да, девочки? На этот раз все-таки show must go on. Мне кажется, шоу должен продолжаться. Голосуйте за девчонок. Вы молодцы. Спасибо. У вас невероятно красивый тембр голоса, у вас красивая подача и очень красивый вокал. А вы в дуэте с Долли, вы звездная пара. Долли круче. Долли. Долли суперзвезда. Спасибо, девчонки. Спасибо, Лейла. Спасибо, Долли. Удачи. Очарование Альбени. Это несравненный вкус. Уникальная гармония шоколада, печенья и карамели. Очарование Альбени в его неповторимом вкусе.